В общем, мы немножко заблудились в нашем путешествии. И идем по собачьим следам, по какому-то болоту. Ну, тоже прикольно. У нас карта есть. Такие вот джунгли лесные. Я не знаю, где мы. Если нас не найдут, ищите нас по страве. Потому что собачьи следы петляют во все стороны. Вообще непонятно, куда они идут, зачем. Собачьи следы тоже закончились. Я иду уже примерно по колено в снегу. Что-то вот похожее на тропинку. На самом деле не тропинка, просто ветер так заносил снегом. Вот в этом прикол зимних пеших походов. Как Миша говорит, не надо тащить велик на себе. Можно просто идти прямо. Ё-моё, уже по колено. Чё, скоро мы вылезем на какую-нибудь дорогу. Как вот Задорнов рассказывал, если на стройке где-то что-то случится, когда комиссия, надо сразу же на часы посмотреть и сказать, все точно по расписанию. Так и задумано. На такую дорогу мы вылезли. Мы выбрались. Да. Из какого-то болота. Шли-шли по тропинке и просто заблудились на ровном месте совершенно. Зато красиво.